самый короткий, нет, самый короткий, поэтому я буду говорить долго. Я хочу разделить свой тост на три части. Первая часть это такая корыстная. Я вам хочу пожелать самое такое незначительное финансовое благополучие, чтобы деньги приходили и уходили легко. Приходило больше, чем приходило, значительно. Да. Про это мы сразу забыли. Вторая часть это я присоединяюсь к своей супруге, которая вам пожелала вообще всего, что можно пожелать. И одновременно вот про три буквы очень. Я не заметил, мне стыдно. Вот. Третья часть. Я вам хочу дать совет, который мне когда-то дала моя мама. Я спросил маму, что такое семейная жизнь? Она говорит, сынок, семья, говорит, не семейная жизнь, это семья. Это прежде всего компромисс. Я желаю вам, чтобы этот компромисс находили легко, весело, самое главное. Потому что когда начинают две стороны искать компромисс, это так себе неправильно. Я уверен в вас, что вы найдете, находите его легко и хорошо. И в завершении, по скрипту, я хочу выпить за здоровье вас и ваших родителей замечательных. Вот. Очень приятно вас видеть. Поздравляю вас с этим чудесным днем. За вас. Как вам говорят, горько? Молодец. Молодец. Давай. Сейчас мы попробуем. А вот дотянемся.